Понял, я бы только подтвердил, что у нас читаряд. Ну, не читаряд, скажем так. Ну, Тогда бы он за третий короче, сезон неправильно пришел. делают. Он был бы прав. А во-вторых, в общем чате ему не мешает пиздеть все что угодно. Надо тогда его в Гугле забанить сразу. Я тоже считаю, вот в Google написал уже, его сейчас забанят, сказали. Позовут Химеру и забанят в Гугле. Так, ну что, Пандерваф. Ой, слушай, что-то в какой-то веке с этой стороны играем. Так мы же за Аж синий непривычно. с этой стороны играем. Не Ты что? всегда, не всегда. Ну, большую Да часть не, каточек. ну да. Так, ну что, берем 4-2 пятых, идем нагибать красных. Классика. Так, кто направо? Так, вот сюда. Тунки, тунки. Так, пододержка. Берем гепард. Путин, ты чуть-чуть вот сюда фоп поставил вверх убрал, или в бок. Ну, главное, чтобы не влез. Ну вот эта игра началась, я ничего не делал. Литовый пандерва. Теперь мы знаем, кого видим. Кто слоупок, да. Какие панзервафы? Я же говорил, я же воздушный. А-а-а. Как шоколад. Ой, вот как Милка. Наш шоколадный парень. Шоколадный ты наш. Так, нам направо еще один человек нужен. Вдвоем ну, маловато будет. Шоколадного берите, у него летуны есть. Сам на горку. Летунов подкнуть. На эхо. У тебя летуны и вертолеты есть боевые? Конечно, на эхо. У меня есть все виды вертолетов. Вот на эхо, пожалуйста, будьте добры. Отправьте там кучку. Ну, в смысле, противовоздушных бороться с вертолетами? Да, 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 да. Или в городе? Да, да, да. Нет, вынести их вертолеты. Это я умею. Я такой, а, блядь, все сдохло. Как это обычно бывает. Так, кто еще пойдет один направо? Или мы там просто не продавим? Я пойду танками, буду долго и упорно ехать. Кто на эхо поставит ЦВшку? Ты понимаешь, что ты? Нет, я ставлю на хотель. На хотель? Не, ты на эхо поставь, а на хотель там кто-нибудь приедет уже. Да что-то я не вижу, чтобы кто-то туда на ехал. На ничего не отмечено. У тебя шумки. Же это, вертолетик же. Да? Вертолетик же? Ты успеешь залететь до эхо. А на эхотель пусть кто-нибудь едет. На эхо, на Лиму, да. А, Путин, ты идешь на горку или между горкой и гольфом? Я приблизительно здесь буду разведочки здесь поставлю. Ну, просто имей в виду, что тогда горка, я на тебя рассчитываю. На хотеле будет только шемка. Как бы, что мне там? Ну я на горку заеду этими с мамой. Место между горкой и гольфом называется просак. Ну. А как эти город называли, блядь, что-то забыл. Что-то мы тогда ржали по этому поводу. Кто? Никто не помнит? Кто эти? Вот эти вот горы. А как... может кто-нибудь КШМ оставит вертолет? Ладно. Кто-то их как-то называл, короче. Утонули. Ну, Горбатая гора. Не знаю. А, как... а о, вот горы, точно. Так я про горку и говорю, как бы. Да. Ну, так горка это и Горбатая гора. Отлично, вливнули в Индию. Браво. Ну, да. Топ-скилл. Все метки отставили. Вон КШМ-ка стоит до сих пор. У Путина. Буржа. Путин? Ага. Сейчас выборы будут. Да. Блять, сука, автобляди, ебаные. Да, когда мы стреляем, это норма, это когда норма, по нам нет, да? Да? Они автобляди ебаные, да. Согласен вообще. А у нас кто-то баланс, был на авиацию, поедем, или мне показалось? О, за 130 что-то навернул. Почему флаг панзи? Я говорю, ехать в обход обстрела. Ребят, вас и... обстреливают. Вы че? Аутирую потихонечку, что ты хочешь? Да вот не потихонечку. Зацени, Серов, смотри, этот варгейм, да? Боевые вертухи на эхе. Смотри, много. Смотри, вот сюда, смотри, смотри, снаряд снаряд по кругу ровненько. Александр, по... заткнись, иди нахер. Нет, нет. Вы с меня забаните. Ой, профессор, кто так летает-то, этот, вертолёт? Короче, кальтеры сейчас тоже, походу, разберут. Ну, в общем, как бы он умеет, я понял. Почему кальтер? Ты потерял всего лишь один. Да повезло, что они дальше на тебя не пошли. Почему? Сейчас селтики всех добьют.
Да, добьют. Все, на дыхе никого нет. Высаживайся, радуйся. А вот сейчас эту колонну разберут слева. Почему? Так что давай. Ну потому что нечем. Минус К 52. Эру. А, да, К 52 там, да. Хуйня какая. Селвин, сними этот К-52. Смотрите, УАЗики. Да не видит его, блядь, лес гребаный. Там ебучий УАЗик стоит, бля. Шейку не убил. Так, срочно, гаубиц, немедленно. Сейчас очков не доходит, надо хуя докупить. О, в этом куске. Кротали, блядь, кротали. Хохмач, ахтунг. Ну, вертолет может стрелять, да, блин. Его не может. Короче, у меня разобрались про. Вот здесь позапутал. Хотя, в общем-то, мы обменялись. Куда там фоне? Позалькали, так в тур, короче. Так, ну справа все так себе. Слева охуенно все. Слева все подбирать. Тогда переключайтесь направо кто-нибудь. Вдвоем там тяжело удерживаться. Они сейчас очухаются, и будет совсем тяжело. Сейчас они Буратино перезаряют, и будет совсем тяжело. Так Буратинка, если с эхо, это я стрелял. Майк, затащим. Так, на эхо нужна помощь. Микельс один. У меня там почти нет войск, у Селвина тоже всего ничего. Ну сейчас я на вас переключусь. Надо просто это, вот, 29. И чё, я вам подкрепление или чё? Тогда, вот, кстати, к Шемку бы туда. Ну, так, если встанет на вертолётный, это... Да эту грохнут. Давай лучше я свою тогда отправлю, а ты свою ставь на ход на хотель. Окей. В лесу справа ставлю этот легион. Не в отпизжены. Блять, как. Голови хур. Сейчас я их отпиздим, блять. У меня 4 топа, блять. И гори все огнем, чертовой матери. А пиздить некрасиво. Все, я на ремонт ушел, на перезарядку и все и прочую хуйню. О, это не розетка еще. Все отпижено. У нас или у них? У них. Это хорошо. Просто левый фланг зачищен. Так, у вас там плохо, да, все? Не, у нас все нормально. Они все, решили не нападать. Не атаковать, да, решили? Зачем им атаковать, простите меня? Не, ну у них есть немножко сил, они, видимо, перегруппировываются. Да. Ну я думаю, я могу вам дать пазик грядеров. Туды.
Или арту купить. Да, куплю арту. Пока покупай арту, да. Или просто пусть деньги лежат. Ну, у меня 240 баксов, короче. Ну, на самолеты, на арту. На танковые деки самолеты, да? Серьезно? Ну, да, почему нет? В танковые деки можно любые самолеты покупать. Можно, только они там все косарые уйдут. У меня только бомбардировщики. Кстати, я буду бомбардировщиком. Может, бомбардировщик? А то есть танковые деки у тебя хорошая арта, судя, потому что ты вначале предлагал, да? Ну, немецкая топовая, да. Вообще не нидерландская, а шкоп, две, два, два топчика. Отлично. Да, куплю я, пожалуй. Так, вот сюда на палму идет аккуратнее. О, чтобы попугать знает, тех, кто... Да? Бук палится. Остановил. Но немножко все-таки пошло. Я вижу. Знаешь, кто упадет, нет? Повезло на копа. Нет, не повезло. Нет, не повезло. Говорю, что бук видно было. Ага. И просто так бук. Ну, как бы, кара постигла тебя. К-52 метрослышим, это плохо, что ли. Сука, откуда он знает, что у меня там АДАЗ, блядь? Еще и рандомит, блядь, минометами. И все-таки я позволю сюда понапалмить. Слушай, живым ты туда не дойдешь. Именно по лесу. Бурато. Ничего не могу сделать. Где? А, справа. Вызвалось, смотрите. Навожусь. Прикрою КВС-ками. Навожусь, блять. Давай целься быстрее. Все, пошли снаряды. Спасибо. Кто же бутоса в поле выходит-то? Тунгуска здесь пометки. Справа. Так, по-моему, поставил в очередь на обстрел. А подкрепление каких-нибудь можно моим командам маринам там вот, ну? Пока они живы. Нет, пусть сражаются как настоящие советские граждане. Советские? Да. Советские, да. Да. Ну тогда ладно. Извинения приняты. Не, ну за свободу и Францию. Куда стрелы-то? Куда они? Кто ж команда маринами-то по полю бежит, а там танк стоит, он пизды им дает. Так, минус 30. Все, 4 человека осталось. Ждали полночи. И сыграли за 10 минут. Макрон. Команда Марина все равно дарит пососать. Хоть ходит, а радует. Но они не сильно. Гранатомет, это самая неоправданная цена на всей игре. Цена, качество вообще. Ну, гранатомет 90-х очень даже. Да, очень дорогие для своего качества. Ну, мне кажется, там проблема не столько в гранатомет, сколько в их транспорте. Да. Ну, когда вот они были на машинках, вот на 90-х, по-моему, да? Или какие там беттеры им выдавали. Все было чудесно. Есть и на машинках, и спецназ есть такой на машинках, как бы. И ничего никакой проблемы возникает. Их же одновременно поставили на машинки и канадцев, и советов. А потом советов убрали, канадцев оставили. Да. Почему? Потому что справедливость. Что-то такое, то есть спецназ тем же ПТУРом. То есть спецназ вообще, то есть вообще пиздец. Или это Нордланд Ягеры какие-то там тоже есть тоже. Нет, у Нордланд Ягеров тоже не есть. Да, я понимаю, если есть там. Это... Есть там Сейгеры. В Норвегии есть какие-то с этим. Кафе. С Эриксом. И у кого-то еще есть с Эриксом, да. Смотрю на это кафе, у них нету.
ну, значит, ты как-то это, как-то какие-то там, ну, они там все дают, что-то твои буквы, ну, в общем, что-то есть. И легион тебе надо тоже. Есть еще какие-то народы, какие-то лего. Дурак. Сейчас закончим. Неважно, я понимаю, про кого ты говоришь. Ну, в общем, короче, как бы, то есть это нормально, а вот 90-ки должны стоять, блядь, на вертолете за 55 копеек. Бойцы, сука, блядь, дебильные. Так, куда вы партите? А, вот, на Чарли. 27М сбиваете, блядь? Ну ты чё? Пиздец, 27М пиздец. По-моему, с земли. Не-не-не, 27М сбил. Это ж... Как он? Он уже на развороте. А, он же, у него же самонаведение ракетное. Ему похуй. Но он не может в спину себе стрелять. Нет, он запустил до разворота. Она просто летела и как бы прилетела. 72 КИ по метке, если он исчезнет. Ага, я стреляю туда уже. А, уже не надо. 27М на центр. А еще с махом, да. Сейчас он как с маха пиздит ВДВшников. Просто как боженька. Все пиздос, блядь. Ну, ВДВшника в принципе не очень тяжело убить. Ну, просто как бы с мах это поддержка, а ВДВ это типа боевая пехота, но при этом поддержка пиздит боевую пехоту в ближнем бою. Да, там, кстати, удивительно, почему ВДВ обычно так быстро, блядь. Ой, сейчас моя толпа с мах. Ну, смах ваше все-таки это. Блять, спасибо. Фугасы. Ну, эти как называют. Саперы советские с рыси не убивают спецназ буржуйский. Ну не спецназ этих, как бы, всяких там этих всяких ВДВшников. Но я с тобой это категорически не соглашусь, по-моему, все-таки все всех убивают. А, они их скорострельность маленькая. Смавы там 15 выстрелов. Не, ну что смавы отлично с них стреляют, это я не спорю, но к ним не прилагается БТРТ. Да БТРТ неоправданно дорогая хуйня на самом деле. Не знаю, только БТРТ еврейские штуки держат, как бы, в тур. Ну они, да, держат один выстрел и все. Ну а никто, остальные не держат вообще. Никакой тур. Ну они просто, остальные не держат, не стоит никак дорого. Базу прям прямиком быстро. А вот если хотите именно уничтожить эти Ми-26, а не захватить их. Зачем они нужны? Ну, расстрелять можно. Ну зачем, да? Точно, бомбардировщик. Точно. 4 штуки целых. Вот только ублюдь. Раз мы сделаем. А он пустой. Ну в смысле, лишний не будет, не? Ну да, на базу оттащу. А ты его, в хозяйстве пригодится. Ты посади его около танка вот здесь вот, короче, его ебани. Да ну нафиг. Прикольно будет. Поживет. Акулу убил с самолетом. О, сисечку. Окей, на кине сам бы 7 минут. Хотим вход хорошо там факет. Им за тас, а нахуй не видо то. Вижу командную БНДху. Недолго ей осталось. Вылетел. Да, можешь обратно уже садиться. Можешь обратно залетать. Так не, а зажим по.
А вот, сучка, одном стоя не добил. Три ёвну, ладно, не убил. Три МиГ-31. Да, они таки смогли втроем забрать на самолет. Все, Кошемка умерла. Ура. Итого 1760 на 115. Интересно, сколько часов?